Добрый день! В данном видео мы с вами рассмотрим автомат закаточной модели MZ400E2M. Данный автомат снабжен двумя вибробазами и датчиком наличия крышки. Давайте, пожалуйста, сразу начнем. Мы предварительно машину уже включили в сеть, автоматы уже включены, чтобы не тратить время. Нажимаем кнопку «Пуск», включаем вибробазы и запускаем саму машину. Как видите, в случае бывает, что диаметр флаконов немножко больше. В этом случае, естественно, флакон раскололся. Ничего страшного, можно продолжать видео. Я сейчас флакон очищу, и мы продолжим с вами. Борис, помогите мне, пожалуйста. Это, к сожалению, возможно. Флакон тоже бывает немножко потолще. И мы с вами продолжим дальше видео. Все? Да. Ну, тогда запускаем с вами все заново в автомате. Здесь в режиме наладки, вибробазы. Все, поехали дальше. Летаем машину.
Как вы видите, загрузили мы новую партию, немножко дали ей помешаться. Ну и, впрочем, продолжаем с вами дальше. Спасибо большое вам за внимание. Всего доброго и до свидания.